Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Король-Защитник. Ну что же, уровневый режим мы с вами продолжаем. Так, у нас с вами глава вторая. Открыть, кто это у нас такой интересно будет, а? Я с удовольствием хочу посмотреть. Ну что же, оставляем с вами вот эту нашу армию. Ну и против нас тут, я смотрю, ага, мечники, скелетики и лучники даже будут. Ну ладно, друзья, давайте посмотрим, как говорится, кто кого. Так. Ага, мечника вызвал. Ну и мы тогда тоже вызовем, да, друзья. Правда, у него с щитом, а у нас без. Но у нас есть вот такой эльф-убийца. Ой-ой-ой, по-моему, друзья, мы тут с вами проигрываем. Проигрываем! Да-да-да. Как это ни странно бы звучало. А знаете почему? Потому что мы с вами идем без прокачки. Героев-то нужно прокачивать, ведь так? Так. А я этого не сделал. Вот за это мы, кстати, и можем поплатиться. Ладно, пока все хорошо. Пока все удачно у нас идет. Так, скелетиков мы с вами рубим. Нам нужно, знаете что? Мы же с вами забываем поднять уровень маны, чтобы нам можно было вызывать уже более-менее сильных, как говорится, героев. Ну-ка, давай. Вот лучник, конечно, здесь вообще не в тему. Он мешается нам. Он очень сильно мешается. Так, давай-ка мы тоже вызовем лучника. У нас, кстати, есть маг. Давай заморозку сделаем. Ага, ага. Отходят, отходят, отходят. И ураганчик сразу применим. Шикарненько. Так, эльф, выходи, пожалуйста. Без тебя как-то здесь будет очень сложно. Так, друзья мои. Ай-яй-яй, да что ж у тебя такая атака-то слабенькая. Ну, правильно, не прокачана, еще раз вам повторяю. Надо будет в следующий раз нам прокачать. А как у нас маг здесь работает, а? Мы проверяли это дело? Что он там делает? А, вижу, вижу. Он бросает фаербольчики. Ну, хоть что-то, путни. Так, вызвали нашего рыцаря, у которого, кстати, атаки практически нету, но у него очень большая физическая броня. То есть он как танк живой тут будет стоять. А ну-ка, заморозим этих охламонов. Так, нам пора, наверное, с вами призвать нашего легендарного воина. Да, я не спорю, ребята, он идет еле-еле, как в штаны наложивший, но, тем не менее, я надеюсь, что он не подведет меня, да? И проучит здесь всех наших врагов. А ну-ка. Эй, как ты слабенько-то бьешь, господи. Давай, маг. Слушай, маг наш еще до сих пор жив. Слушай, ну он крут. Маг — это вещь. По крайней мере, мне кажется, что он получше даже, чем те же самые эльфы-лучники. Так, друзья, давайте еще, наверное, вызовем нашего вот этого вот паладина, так скажем, да, мечника. И эльфа-вора. Да, наконец-то мы подбили. Слушайте, я, честно говоря, думал, что мы проиграем здесь. Но все у нас хорошо получилось, да? Так, друзья, и кто это у нас? Подожди-ка, а почему нам его не дали? Не понял я, ну-ка, дай-ка я кое-что посмотрю, друзья. Мне нужно посмотреть, почему мне его не дали? Мне его не дали, да? Странно. А ведь он должен был открыться у нас. Но не тут-то было. Ладно, друзья, мне нужно что-то усилить, кого-то прокачать. А вот кого? Кого бы нам с вами улучшить-то? Подарок. Что за подарок? Ух ты, мне дали 500 монет, друзья мои. Это неплохо. Магазин камней. Бесплатные камни. Это за просмотр видосика, да? Ветряной снайпер 10 уровня. Центурион 10 уровня. Ну, ценник-то, конечно, заоблачный на самом деле. Не буду я. Так, каким же образом мне, друзья, прокачать моих персонажей? Кто мне это сказал? А, так елки-палки, у нас этот герой открывается вот на этом этапе, а не на 13-м. Господи, просто я не заметил, что, видите, как бы сносочка идет от этого уровня. То есть в ближайшее время у нас, скорее всего, вот это уже будет хиллер, мне кажется. 100 пудов хиллер. И сложность пока у нас нормаль, как вы видите. Слушайте, ну мне нужно немножко другое. Мне нужно немножко другое. Я хочу понять, как мне прокачать моих персонажей, моих героев, ё-моё. Так, может быть, вот здесь улучшение, да? Давай-ка мы вот здесь, наверное, попробуем. 400 монет. 400 монет, у него сразу атака становится 128, да? А в данный момент у него соточка. Слушай, я думаю, надо прокачивать. Если мы прокачаем до, друзья мои, 10 уровня, естественно, откроется какая-то дополнительная способность. Но с деньгами тяжело у нас, с деньгами тяжеловато все это дело идет. Так, вор. Если мы улучшим, слушай, ну, я думаю, надо сделать.
320 тратим. Отлично. Ох, тут за гемчик, ну ладно, хорошо. 480, прям тютелька в тютельку. Ладно, давай улучшим. 560, слушайте, а где здесь можно фармить голду? Мне вот это вот стало интересно. Потому что зарабатывать же где-то нужно деньги. Верно, друзья? А денег здесь маловато у нас. Хм, хорошо, будем как-то выживать здесь, стараться. Так, ну, по крайней мере, у нас прокачаны уже вот эти вот мечники, да? И эльф-вор. Сейчас посмотрим, как он будет бомбить. У-ху-ху-ху, друзья, не поздоровится нашим врагам. Посмотрите, что происходит. Ты посмотри, что мы тут делаем. Просто, просто уничтожаем. Особенно эльф-вор. Он вообще критует не по-детски. Отлично. Так, ну что, скорее всего, базу мы сейчас разнесем. Буквально в хламину за пару секунд. Давай, мага вызовем. Слушай, а если мы мага прокачали бы, да? Он бы, наверное, тоже нехилый дамаг бы приносил нам. Ну что, друзья, как видите, победушка. И мы получили 3 звезды. Так, друзья, и у нас с вами 15 уровень, да? Вот здесь как раз будет новый какой-то перс... Ай, елки ты палки, друзья, пушка. Вот с чем бы я не хотел сталкиваться, так это с пушкой. Ой-ой-ой, сейчас же будет очень-очень больно нам. Ладно, посмотрим, насколько она сильная. Так, мой мечник пошел. Поверьте, она довольно сильная, друзья. Чтобы нас здесь наказать. Так, попробуем. Ой, ой-ой-ой, нас еще и отравили. Ну что же, у нас только один вариант. Это дождаться с вами заморозки или ураганчика. Как-то их сместить и после этого уже попробуем здесь их разбомбить. Другого варианта я пока, друзья, не вижу, поверьте мне. Так, ну что, попробуем ураганчик запустить для начала. Кислый-кислый урон. Все равно она бомбит, а? Чтоб ее. Друзья, вот сейчас был неплохой шанс нам отыграться. Но, как видите, ничего у нас не вышло. Ну, давай-давай-давай, родные мои. Слушай, а она бомбит массово или нет? Не знаю пока, друзья, не знаю. Ну, очень-очень нам пока плохо. Лучника с удара эта пушка сносит. Я это уже увидел. Блин, нам нужно 25 накопить и вытащить вот этого вот танка. Он, по крайней мере, будет прикрывать наших бойцов, да? Вот таким вот образом. Ну, правда, наши бойцы слишком быстрые, и они бегут на опережение. Так, ну что, давай ураганчик и сразу же, наверное, заморозку. Нам бы пушку просто подбить, друзья, и все будет у нас тип-топ. Ну, никак у нас не получается. Просто не получается к ней даже подобраться. Что ж ты будешь делать, а? И очень медленно у нас, конечно, с вами копится энергия, да, на суператаке. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, 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 что тут происходит? Посмотри. Так, ураганчик, срочно, иначе нас тут сейчас разберут. Маг, давай, выходи, пожалуйста. Своими массовыми атаками бомби, будь добр. Опа, а это что у нас такой за скелетик? Громоздкий какой-то, как типа боссика что-то. Так, друзья, поехали. Да чтоб тебе эту пушку надо, я не знаю, уничтожать как можно быстрее, друзья. Но у нас не получается. У нас не выходит с вами ничего. Давай попробуем ураганчик сейчас запулить. Лучники. Мечники. Ни шиша. Ох, елки ты палки, друзья. Это жесткий, жесткий очень бой, на самом деле. Ты посмотри, я отбиваюсь как могу. Я их только от своей базы, как говорится, откидываю, да? И они тут же сразу к ней. Ой, по-моему, все, друзья. Сейчас меня, да, меня разобрали. Прикиньте. Так, ну что же нам тогда сделать? У нас с вами всего лишь 330 монет. Этого мало даже на прокачку. Да ведь? Мало же будет. Давай посмотрим. Давай посмотрим, что мы можем. Кстати, а вы смотрите, у стражника хпшек-то немерено. А почему я его убрал? Тем более он стоит всего лишь 12 маны. Так, надо этого родного, по-моему, нам взять в команду. Я думаю, вы будете не против, да? Так, уберем мы, пожалуй, отсюда. Хм. А кого нам убрать? Кого бы нам отсюда убрать? Давай уберем, наверное, мы с вами лучника. Вот этого, да? А возьмем вот так вот. И если мы посмотрим, что у него по прокачке. А ну-ка, друзья, мне просто очень сильно хочется посмотреть, что у него из этого выйдет. Так, сколько он стоит? Во-первых, 480, не хватает. Ладно, проехали. А тебя? 600. Тоже дорого. Ну, тебя тоже, наверное, да, не получится, друзья, прокачать. Да что ж такое-то? Ну, а ты-то хоть 300.
У него, кстати, тоже очень много здоровья. Давайте улучшим его. Ну, атака. Ну, что это за атака? Ну, двадцатка всего лишь. Да, друзья, у нас выбора особого нету. На. Так, а тут еще бесконечный режим. Он будет после 60 уровня. Нифига себе. Бесконечный режим. В общем, эта магичка или хилка нам так легко с вами не дастся. Вот поверьте мне, нам придется здесь попыхтеть. Ну и, естественно, я буду пыхтеть. Куда же я денусь-то? Так, ну что, 12 энергии, да, ты стоишь. Давай посмотрим, насколько ты крепок, парень. Ты все-таки с щитом. У тебя даже... Ну... Да. Он крепок, но мы видим, что по атаке он, опять же, ни о чем. Не алло, друзья. Так, ладно. Еще эта пушка, она меня раздражает. Серьезно говорю. Так, ну, вроде бы... Ай-яй-яй. Слушай, давай так попробуем. Ураганчиком сейчас их... Оп. Так, а если мы призовем героя? Герой тоже не алё, да, у нас? Ладно, фиг с ним. Пока без героя попробуем поиграть. Тут нужен какой-то у нас, друзья, баланс. Чтобы у нас были и дальники, и ближники. Но это очень тяжело сделать. Очень. Вот видите, он там и лучники, и кого у него там только нету. И все у него так правильно и складненько получается. Если бы у меня вот такая вот пушка была бы сейчас, конечно бы, я бы тоже, наверное, тут бы сидел бы и довольствовался лаврами. Но этого у меня нету, друзья. Этого у меня нету. Поэтому вот приходится вот так вот как-то делать. Очень тяжело. Очень тяжело. И я даже не знаю, что нам здесь лучше сделать. Ну давай еще заморозим, попробуем. Попробуем как-нибудь. Тут интересно, какая-нибудь есть другая магия или только такая? А то как-то заморозка. Ну, вот самое эффективное — это заморозка. Ураганчик вот как-то не особо хорошо бомбит. Но вы не забывайте, что их, по-моему, тоже можно прокачивать, да? А вот где это делается, я уже и не помню. А может быть, я это сам себе придумал, а? Что их можно прокачивать? Ай-яй-яй, друзья, уже опять же бомбят они мне мою базу. Господи, да что ж такое-то, а? Да отвалите вы от меня, отвалите от моей базы, олухи. Отвалите все прочь. Как же тут сложно, друзья, как же тут все-таки сложно, а? Да пушка еще, блин, вот был бы хиллер, согласись, было бы круто. А почему было бы круто? Я бы мог бы восстанавливать им здоровье. А так, как видите, эта пушка бомбит без конца. А у меня никаких шансов нет, друзья. Ну никаких шансов просто, ну нету. Они меня проминают опять. Не, друзья, ну так не годится дело. Так дело не годится. Серьезно, я говорю, вы сами все прекрасно видите. Никакого обмана. Чисто ловкость рук. База моя уже все, друзья, расчекрыжена. Так, ну что, и давай попробуем, знаешь, каким образом. Если мы, например, вернемся с вами вот на первую главу, да, и попробуем перепройти, ну, предположим, вот эту миссию с боссом. Я просто хочу посмотреть, что мне дадут за повторное прохождение. Будут ли мне вообще давать деньги, голду? Потому что здесь все завязано на голде, друзья. Так. Вот эти вот мечники хороши, у них очень хорошая атака, но по защите они слабые. Мне нужен какой-то такой универсал, чтобы и защита была офигенная, и атака обалденная. Так, что-то я не вижу, друзья, никакого босса, а ведь он должен быть здесь, да? Слушай, а может быть, ассасина взять? Да он опять же не прокачан у нас. Какой от него толк? Да никакого. Ага, вот он, вот он, вот он, вот он. Вышел босс. Он вышел, друзья, босс. Сейчас мы попробуем его, наверное, нашими магами бомбить. Ну-ка, что у нас из этого выйдет? А, заморозка еще есть. Ну и вообще чудно. Все, мы его порвали, уложили. Так, двигаемся. Ну вот смотрите, да, вот тут хорошо у нас получается, потому что здесь нет никакой пушки, которая бы еще мешала нам. Проходим вообще замечательно. Так, посмотрим, что же нам все-таки выдадут. Ну, победа. Всего лишь 70 голды. Усилитель монет, а почему отключен, друзья? Как бы мне этот усилитель-то поднять, а, друзья? Кто-нибудь знает, нет? Вот и я не знаю. Может быть, на определенном уровне каком-то. Ну что, у меня всего лишь 100 монет. Всего лишь 100. Доступна одна покупка. 119 рублей тратишь и получаешь
4000 монет? Ух ты, мы можем за гемы с вами. Ну-ка, друзья мои. Ать. 4000 монет, как говорится, на земле не валяется. Хотя и гемы тоже не валяются. Но мне пришлось выбирать. Так, ну-ка давай посмотрим, что же у нас. Ну это понятно, 15 уровень, да, нужно нам пройти. Так, у ассасина атака 286. У эльфа вообще обалденно, 405. Так, у этого атака вообще не алло. Ну, мечник самый оптимал, я смотрю. Ой, друзья. Ну, а что поделаешь? Выбор невелик, приходится просто сделать так. Иначе мы с вами не пройдем никуда дальше. Атака 268, да? Ну, и, наверное, попробуем вот здесь вот маленечко качнуть. Ага, 80, да? Ну, ладно, давай. И все. И все, да, получается, на этом 480, ладно. Пока не будем с вами ничего больше тратить. Обалдеть. Я не могу пройти 15 уровень. Смешно на самом деле, да? Но пытаться надо. Короче, у нас эльф вор прокачался маленько. Ну и естественно у нас прокачался также мечник. Посмотрим, как у нас сейчас пойдут дела. Будем, ребят, смотреть с вами. Ну, уже получше. Уже получше, но все равно не то. Не тот, друзья, эффект. Смотри-ка, как... Ох ты! Ты видал? У нас эльф-то стал даже быстрее ходить. Я, знаете, что понял, чего мне не хватает? Каких-то стрелков. То есть лучников нам не хватает с вами. Да-да-да. Вот, смотрите, что он делает. А если мы вот так вот сделаем? Ну, есть! Все, друзья, никакой больше пушки нам не будет здесь грозить. И, конечно же, мы с вами мстим. Очень жестко. Ты смотри, что лучники творят, а? Они просто не подпускают нас. А мы вот так берем и замораживаем их. Хе-хе-хей. Думали, что все так им легко и просто будет? Да вот дудки. Да, друзья, но я потратил львиную долю гемов. Вы сами это прекрасно видели. Да что ж такое-то? Смотри, они стоят, издалека бомбят. У меня есть что-нибудь? У меня только лишь маг есть. Но от мага здесь, наверное, толку будет мало, да? Ой-ой-ой, сейчас они расстреляют моего бедного мага. Да, он даже пикнуть не успел. Он даже пикнуть не успел, потому что его быстренько так чик-чик-чик расчекрыжили. Слушай, это знаешь, что нужно делать? Эльфа, то есть не эльфа, а мага нужно вызывать нам под какого-то танка. А танк у нас с вами какой? Только лишь один есть, да? Вот этот вот. Более-менее такой мощный. Вот когда вот он будет стоять, да? Вот за его спину можно вызывать уже, как говорится, и мага. Да, это будет оптимальный вариант. Так, смотрите, что у нас происходит. Расчекрыживаем. Потихоньку. Ну и они нас что-то тут немножко стали смещать. Ага, ага. Будут знать свое место, паршивцы. Так, нам бы накопить, наверное, с вами еще, да? На одного мечника здорового, гигантского этого. Так, ну. Откат, откат идет. Друзья, идет откат. Я сейчас буду заморозку делать. Вот так вот. Ну. Пробивайте, пожалуйста, базу, господи. Ну что вы там уперлись в этого аглоеда? О, даже на героя успели накопить. Но, тем не менее, победа за нами. Фух. Тяжелая была она, тут не поспоришь. Так, разблокирован новый герой, целитель. А сколько же он стоит? Денег-то у меня хватит. Ух ты, хватает. Так, у него навык исцеление восстанавливает 160 ОЗ союзников. То есть атаковать, я так понимаю, он не может. Ладно, мы возьмем его вместо... Вместо кого? Вместо этого, наверное, да? Я думаю, что это будет оптимально. Но нам нужно еще улучшить. Да, друзья, атаки вообще нету. Просто по нолям. Рискованно, конечно. Ну что, переходим на 16 уровень. Давайте смотреть, что нам выпадет здесь. Какая доля. Я надеюсь, никаких пушек здесь не будет. Нет, пушек не будет, но вы смотрите, уже замок-то у них какой, а? Это не какие-то там деревяшки стоячие, да, в болоте. Тут уже действительно крепость какая-то. Да я и вижу, и рыцари уже такие довольно мощные и высокие. Статные ребята. Так, ладно. Давайте бомбить. Надо целителя посмотреть, как он вообще в действии-то. Ну-ка, целитель, давай. Пока дойдет, наверное, нас тут размажут всех. Ну? Да как же ты медленно идешь, паршивочка.
А, вот так она, значит, да? Слушай, ну неплохо. Опа, 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 опа. А, парень, ты не припухли, а? Ты думаешь, тебе все можно, что ли? Вышел тут делаш мне тоже. Ну-ка, давай ураганчиком. Вот так вот. Так, ну, в принципе, хиллер неплохо, друзья, справляется со своей работой, со своей задачей. Единственное, что он хиляет только лишь одного персонажа. Да? В того, в которого бросает именно свой вот этот вот лучик солнца. Но, тем не менее, отлично. Так, смотрите, ребята, с одной стороны, мне нельзя пропускать вот эту штуку, потому что гемы нам здесь нужны. Вы сами прекрасно видели, да? Черт, ну смотреть тоже каждый раз. И у нас с вами 17 уровень. А здесь будет какой-то... Ну нет, нет, ну только не пушка, друзья. Ну, я думал, что ее не будет. Да как же не будет? Вот она явилась, не запылилась. Ну что же, тогда нам придется с вами кого-то подкачать маленько. Вот только кого? Хиллера. Ну вот, можно было бы и хиллера, конечно, подкачать. Но, скорее всего, я буду... Вот этого. У меня там хватит деньжат-то? Ой, 1200 не хватает. Ну-ка, а эльф-вор тоже не хватает. Ага, вот тебе раз. Слушай, ассасинчик, он всего лишь второго уровня. И у него 123 атаки. А если мы, например... зря, наверное, да? Короче, у нас фавориты с вами это эльф-вор, да, 7 уровня. И мечник 7 уровня. То есть еще 3 левелапа, и у них появится какая-то специальная возможность. Что они будут делать, я пока не знаю, но а мы с вами переходим, да, на 17 уровень. Он, наверное, будет жесткий, опять же, благодаря вот этой вот чертовой пушке, которая меня раздражает. Погнали. Погнали. Ох ты, друзья, смотрите, у них копейщики появились. У них появились копейщики. О-оу, о-ля-ля, это что такое? Это что, я спрашиваю, у тебя такое? У меня почему-то не было таких, никаких копейщиков. Да ну, серьезно что ли? Так, ну что, мы можем немножко оглушать, да, их? Так, целителя нам нужно призвать. Дожить бы до целителя-то еще. Слушай, попробуем вот так вот сделать. Целитель, выходи, пожалуйста, родной. Да что ты там, пока ты взмах свой сделаешь, ё-моё, тут... Да... Немножко как-то паршивенько получается. Ладно, фиг с ним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Блин, ну это пушка, ну она просто не дает нам покоя. Она не дает нам, друзья, покоя вообще. Просто бомбит и бомбит, бомбит и бомбит. И бесконечно причем. Хоть бы интервал какой-то ради приличия был бы. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, шанс последний, друзья, шанс последний. Эту пушку, е! Аж пужанулся малька, друзья мои, пужанулся. Так, ладно, ничего страшного. Давайте попробуем дальше пробивать. Заморозочку, конечно же. И нахрапом просто разбираем им базу. Так, друзья, у меня два вити мага, да? Хиллер. А, хиллер может быть всего лишь один на поле боя. Вот что я хочу сказать вам. Ладно. Ну, тем не менее, 3 звездочки. Этого мы с вами заслужили. Разблокировано новый эльф-рыцарь. Ух, ну-ка. Так, навык персонажа. Ускорение. При атаке существует шанс активации равный 14%. Усиливает атаку на 100% на, ну, почти на 5 секунд, друзья. Угу. Покупаем, конечно же. А вместо кого тебя взять, парнишка? Вместо кого, скажи. Слушайте, мы с вами все равно не пользуемся вот этими ребятульками, да? Поэтому... Я думаю, это будет справедливо. Так, мы можем его прокачать. Ого! Ты посмотри, сколько, друзья мои, у него ОЗ. Почти 2000. А кто у меня может с ним по ОЗ-шкам сравниться? А? Ну-ка, давай глянем. Давай глянем. Ну, естественно, крестьянин не может, это понятное дело. Так, по ОЗ. Как-то это не здесь смотрится, по-моему, а вот тут вот лучше нам посмотреть. Стражник, естественно, тоже не может сравниться. Не, я уже не говорю о мечнике. То есть, получается, эльф самый крутой по ХП. Но... Но по атаке, друзья мои. Нет. Вот тут будет покруче. Рыцарь. 24 к атаке. Ну, тут 144. Слушайте, а вот там уже будет копеечка. Ну, это на 20 уровне. Ну что, друзья. Попробуем, да, пройти с вами 18 левел. Да ёпрстый, они что, специально теперь будут везде пушки-то ставить, а?
теперь без пушки никуда? Судя по всему, так оно и будет, друзья мои. Без пушки теперь нам никуда. Ладно, сейчас мой, конечно же, мечник отгребет. Потому что эта пушка будет бомбить на постой. Так, мы можем с вами, знаете, что сделать? Не можем мы с вами ничего сделать. Я хотел одновременно вызвать и мечника, да? И хила, во. Вот таким вот образом попытаемся с вами что-то сделать. Давай еще одного мечника. Так. И надо нам испытать с вами, да? Все-таки. А ну-ка. Вот так. Обязательно надо испытать, насколько он хорош. Ай-яй-яй-яй-яй, хиллер, хиллер, давай быстрее, быстрее хиляй. Да чтоб тебя. О, ускорение, друзья, смотрите. Ух ты, малый-то. А он крут, этот эльф, рыцарь. Он ускоряется, правда, шанс, конечно, маленький, да? Но, тем не менее, на ускорении-то он, ух, как бомбит. Вы сами прекрасно все это видели. Слушай, по-моему, мы разбомбим сейчас. Да, друзья. Хе-хе. И это не без помощи хилки, поверьте мне. Ну что же, три законные, три звездочки наши. Так, следующий у нас с вами 19 уровень. Но тут, по крайней мере, пушки нету. Поехали. В общем, попробуем сегодня дойти до 20 левела. Попытаемся. Не знаю, получится или нет. Но хотелось бы. Так, что у нас там? Ага. Вышел крупняшка, да, значит? Так, не забываем, ребята, накапливать энергию башни. И хила, хила, срочно хил нам нужен. Главное, чтобы он тут стоял сзади и подхилил. Вот это тогда будет вообще крутенько. Успевает отхилять, молодец. Конечно же, нам нужно с вами призвать, наверное. Да идите отсюда, давайте их сдвинем маленько всех, вот так. Так, посмотрим, что у нас тут получится. Ай-яй-яй, эти лучники немножко меня раздражают. Эти лучники меня раздражают, но тем не менее, ребят, мы с вами... Да, мы разобрались с ними. Эть-эть-эть, на попятную пошли, на попятную. Давай, как раз нам это и нужно, чтобы уничтожить вражеский замок. Ага, бомбим, я ураганчик, ребят, вызываю. Ой-ой-ой-ой, что это за крупняк такой вышел? Что это за крупный дяденька такой? В каком-то, я не знаю, в каменной броне, что ли? Так, хиллер, ты где? Я не вижу твоего хила, вот. Вот он, бомбит уже. Слушайте, друзья, ну, то, что нужно. Сейчас мы еще пару ударов сделаем. Я даже героя вызову. Зачем, правда, не знаю. Мы и без него прошли. Слушай, солидно. Очень хорошо. Ну что, поехали далее. 20 уровень у нас с вами. Ну что, друзья, вы готовы? Тут, кстати, будет босс. Тут не все так простенько. У нас, кстати, 930 монет. И я, знаете, что хочу сделать? Я хочу улучшить... Знаете кого? Нашего целителя. Вы скажете, зачем тебе нужен целитель? Друзья, ну, согласись, имбово он лечит. Без него, возможно, мы бы не прошли много где. А так, все у нас хорошо. Поехали. 20 уровень. Приступаем. Фух. Так. Что? Ой, друзья, а вам не кажется, что у нас расстояние между замками увеличивается? Я только сейчас это заметил. Раньше наши замки стояли чуть ли не вплотную. А теперь, ой, кстати, тут мечники. Ой, мечники, копейщики. Это не есть гуд на самом деле. Это вообще не гуд, друзья, это совсем не гуд. Не успеет, да, наверное, не успеет. Эй! И сейчас тебя разбомбят, потому что ты не умеешь хилять. А ураганчик поможет нам? Нет, не помог, мы не успели, друзья. Слушай, по-моему, противник-то здесь силен. Силен, это, наверное, я еще мягко сказал. Да? Но он вообще имбово силен. Ладно, попытаемся что-нибудь тут вытворить с вами. Не знаю, каким образом. Не-а. Ты прикинь, хиллер не успевает. Друзья, он не успевает, он не справляется. Давай попробуем ураганчика, наверное, их всех тут пока сбить. Точно. Только сейчас меня осенило, что нам не хватает в нашем отряде, знаете кого? Лучников. У меня нету вообще ни одного... Дальника нет, есть, но это маг. Ладно, вызовем пока мага, раз другого варианта нету. Так, заморозка. Не забывайте, что здесь, друзья, будет босс. Так что пока расслабляться рано. Босс будет крупным, наверняка. Поэтому ждем откатов, наверное, всех наших скиллов. Так, это не босс, поверьте мне. Это какой-то, я не знаю, как его и назвать-то даже. Прыщелыга, короче, одним словом.
На него мы пока внимания обращать не будем. Нам нужно дождаться босса. Где же он? Почему его нету? Вот он, явился, не запылился, друзья. Начинаем с ураганчика. Начинаем с ураганчика и сразу же заморозку. По идее, нам нужно сразу же врубать. Попытаемся, друзья. Посмотрим, что у нас получится. Очень хорошо у нас, смотрите, мы его просто пробиваем. Сейчас мы его, ну, есть, друзья мои, мы его подбили. Вызываем мага, эльфа и мечника. Слушай, ну теперь мы на коне. Да, и победа, как видите, за нами. Хи-хи. Супер, супер, ничего не могу сказать. Так, получили с вами реворд, отлично. И это у нас копейщик. Купить, сколько ты стоишь, парень? 140 монет. Так, бросок. При атаке существует шанс активации равный 10% отбрасывать цель на 0,38 метров. Слушай, на самом деле я думал, что он пробивает сразу несколько противников, а он просто отбрасывает. Ладно, тем не менее, я его покупаю, друзья, и ставлю вместо героя, потому что героем я почему-то не пользуюсь. Как-то вот нет такой у меня, знаете, обалденной возможности. Слушай, и даже не знаю, я немножко в сомнении, улучшать нам его или нет. Ну, улучшили, так улучшили. Так, ну что, друзья, наверное, на этой ноте мы с вами будем закругляться, да? Ох ты, ах ты, там какая красавица, ребята, на 20 каком там, 2, 23, 24, на 24 уровне открывается новый какой-то герой. А там и третья глава, а это, судя по всему, новая магия, вот здесь вот. О, еще повоюем, друзья, смотрите, тут тоже какой-то маг будет, новая магия. 5 глав пока в данный момент, и нам надо будет все их пройти. Ну что же. А на этом все, друзья. С вами был Рэй. Всем удачи и до новых скорых видосиков.